Всем привет, ребят, с вами Кулер, и мы продолжаем проходить карьеры в 16 за Челси. В общем-то, Ман Сити сегодня у нас. Очень жесткий матч, я чувствую. Я уже чую, как нужно потеть будет, так что... Поехали. В общем-то, пресс-конференцию я промотал. Фух, немножко изменил состав, сейчас покажу дополнительную форму. Очень красивую форму Челси мы берем. Я, в общем-то, Косту поставил, Педро вместо Вильяна, Щуля ставил, Матича выпустил на поле с Пеликуэта. И Фалькао в запасе вместо Трауре. Трауре в этом матче, я боюсь, он ничего опасного такого для нас не сможет. А Фалькао, если выйдет на замену, возможно, что-нибудь да и сделает. Не попал. Поехали, матч на Этихаде, в общем-то, дождливая погода. Вот он состав Ман-Сити. Не будем наш состав смотреть. Мы его так только что видели. Поехали. Ребят, это будет жестко, это будет очень жесткий матч. Сразу же так. Ман-Сити дает знать, что они будут вводиться весь матч. Ну, Педро мог отбирать. Де Брюйне на фланг. Ой, Агуэро тут уже. Де Брюйне, ну там со Спликуэта вовремя очутился. Ой. Куртуа на выходе. Все нормально. Азар, может, еще и догонишь? Нет. Давид Сильва. Хорошо. А Спликуэта. На Косту. Ну и хотел уже в другой уводить, но не получилось. Это атака и опасная атака от Ман-Сити. Фабиньо. Тут просто на Насри мы его завалили. Педро на Фабиньо. 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 Оскар. Коста. Не получился пас Назара. Вы как-то знаете, наши атаки затыкаются. Они очень опасны, но не затыкаются на очень тупом моменте всегда. Агуэра, это очень опасно. Даже вот в таких позициях. Ой, зря начал выходить там Куртуа. Очень опасно там играл. По-моему, Фернандиньо. Фабиньо. На Матича. Азар. Вижу я тебя, Коста, но не получилось для себя с первой попытки пас дать. Коста. С мячом. Увел. Коста. Коста! Опасно, Коста. Мог забивать там. Кевин Де Брюйне. Пас вот сюда, на Фернандини. Давид Сильва. Именно очень опасная линия полузащиты у Ман-Сити. Оскар. Вот не получилось тут. На, он страховал, да, Азар там еще, я ошибся. Случайно нажал на отбор. Не вовремя. Нормально, пока что против Ман-Сити играем, сопротивляемся очень мощно. Я думаю, все нормально будет в этом матче, если не будем допускать глупых ошибок. Так, наш мяч. Вот сейчас ошибка от Ман-Сити. Можем и пользоваться. Педро. Вот туда, на Оскара, но тут не прошло. Матич просто чуть не упал там на Давида Сильву, по-моему, или это был Хесус Навас. Азар, 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 бороться, молодец. Аспиликуэта. Назара. Тут на Оскара. Оскар, твори. Коста не доборолся. Нормально. Азар. Ну что ж такое? Это все время где-то там под страховки стоит игрок Ман-Сити, который отбирает у нас мяч в вот таких вот ситуациях. Но по флангу Насри бежит. Педро. Фабиньо отстал. Навес. Не опасно. Агуэро показывает, что вы навешиваете на меня. Зачем?
Аспиликуэта. Агуэра. Хорошо, Аспиликуэта. Вот сейчас по флангу пройтись. Можно. Азар, я ждал. Азар. И назад нас Аспиликуэту отдать. Дальше на Фабрегаса. Тут на Педро. Ай, вот, ну, если бы этот пас проходил. Ой-ой-ой, теперь Агуэра. Ну, он приостанавливает эту атаку. В общем-то, мы уже успели сместиться в защиту все. Фабиньо, молодец. Но там дальше пас неточный. И, возможно, опасно. Атака от Ман-Сити. Сейчас будет навес, скорее всего. Но Агуэра, нет, не будет навешивать. Ну, сейчас навес пошел. Тут Куртуа спокойно играет. И туда вот вперед. Коста. Хорошо. Азар. От Наваса не убежишь, знаю. Хорошо. Нормально. Доборолся. Ну куда ж, ну куда? Нормально. Матич, ну куда? Вот, ну там пас был не туда, куда я хотел. Так, ну ладно, тут Фабрегас быстренько отобрал для нас мяч. И хорошо туда, на Азара. И попробовать в касание навесить. Не получилось, надо было все-таки убирать на ложу замахи и попробовать справа подавать было. Так, ну тут мы должны выигрывать. Вот именно что-что, головой там мы сильнее. Ман-Сити именно игрой головы. У нас сегодня много таких игроков, которые могут выиграть воздух. Хорошо. Сеск Фабрегас. Ой, это Аспиликуэта, извините. Дальше Матич. Матич не убежит здесь. Никаким образом. Сабалета. Ой, ну хорошо. Сильва. Ё-моё, это кто такой? Там Самир Насри так решил ударить. Очень опасно. Азар. Я жду, жду. Сплеку это. Пердан заканчивается. Счет 0-0. Ну, мы ходили. Три удара 0 стур, у нас один удар 1 стур. В общем-то, по опасным моментам так-то не очень. Мы все время ходили возле этой штрафной, все пытались, пытались, но как-то оно не получалось. Все равно Педро сразу же получает пас у нас. Педро. Ну, Фабиньо и Педро. Все-таки связка не такая мощная, как Аспиликуэт и Азар. Ой, ну, тут поборолся, поборолся. Педро. Оба поборолись. Молодцы, Оскар. Матич. Поздновато, я уже давал этот пас. Каларов. Педро. Каларов пытается убежать. Каларов! Ну, Фабиньо, грамотный подкат и мяч наш, по-моему. Нет? Нет. Подача в штрафную. Очень опасно! Но четвертый удар. Нестор Куртуа пока что, ну, именно вот сейв их не включается. Азар. Хорошо, уводит. На Оскара. Нарушение. И мы вводим этот мяч. На Сеск Фабрегаса. Фабрегаса. Ой, ну что я за разворот этот пас давал? Очень опасная атака. Дебрюйне. С мячом. Фабрегас тут. Должен был догонять. Да как так-то, Агуэра? Ну, Куртуа, спокойно. Спокойно. Хорошо, Педро. О, Оскар! Ну надо было забивать в этом моменте, ну, ну никак. Все ведь делаем даже. Подбираемся к этой штрафной, ну. Второй удар с туры очень опасный. Сначала Коста, потом сейчас Оскар. Опасная атака от
Ман-Сити, который заканчивается голом. Браво! Браво, мои игроки! Ой, ну сейчас очень глупый, блин. Надо Оскара продавать, наверное, все-таки. Ну, как-то все равно для ЦАПа, человек ЦАП у меня, именно у меня, он должен забивать уметь. Оскар забивать, к сожалению, не умеет. Ну, что-то как-то уже, по-моему, как говорится, ГГ. Но сдаваться не стоит. Сдаваться не стоит. Хорошо тут распасовались. Язар. Матич. Ну, тут нечего делать. Коста. Пенальти? За что? Коста, браво! Браво, Коста! Но надо этот пенальти теперь реализовать. Кто? Азар. Тихонечко зажимаем. Да! 1-1. На морально-волевых просто. Я не знаю, за что там дали пенальти. Наверное, удар сзади по ногам. Но я еще чудом, я как-то волновался во время этого... Именно пробить этого пенальти, но Джо Харт... Азар, Эден Азар. 67-я минута, сравниваем. Фух, ну мы заслужили, мне кажется, этого сегодня гола. И момент с Костой, и момент с Оскаром. И тут Педро. 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 Далеко прошел, там уже надо было пас давать. Все-таки дальше уже трудно было пройти. Ой, как там чудо. Оставляет у себя мяч. Де Брюйне. Фернандо. Фернандо. Так, очень аккуратно начали играть. Ман-Сити. Ну вот здесь вот проброс. Подача. Курто, спокойно. Туда вот. На Педро. Педро в центр. Сколько же игроков Ман-Сити-то. Так хочешь, что их не 11, а 12. На поле. Коста. Оскар. Пробрался. Молодец, да? Педро. Ну сейчас Оскар-то. Ну. Сеск. Матич. Что, вторая ничья? Проигрыш или победа? Тут надо давить. Фух, очень жарко, очень все потно. Отаменди, Ман-Сити это серьезный соперник, ничего не скажешь. Каларов. Ой, ну хорошо, на выходе играет. И матч тут поборолся. Коста получает пас. Азар, замен, пора замен. Немножко я даже передохну. Сейчас надо придумать атаку. А, так, значит. Все устали. Виллиан сразу. Рамиреса на фланг. Оскар остается, пусть, я думаю. Или кто там устал? Давайте Сеска. Фабригаса попробуем поставить на ЦАПа. Оскар Микел выпустит. Коса нормально играет. Ну и вот Сеск Фабригас, ну уже все. Реально выдохлись футболисты. И пас не проходит. Да, опасная, возможно, была атака, но не получилось. Шуле! Спокойно играть надо, Фабини. Ой-ой-ой-ой-ой, ну Коста, ну что ж ты ушел-то от этого мяча? Я-то думал, что ты сейчас примешь. Очень опасная атака теперь. Стороны Ман-Сити. Фабиньо. Молодец.
Там падает штрафной. Насри, по-моему, 89-я минута. Выгодные замены. Не знаю, что сейчас будет. Джона Би Микел. Ну, сейчас чудом до тебя косо дошла эта передача. Ну, там офсайд, по-моему, был. Не было офсайда. Сыск. Офсайд был все-таки. Фух. Это матч. Это матч. Так, Куртуа, спокойно выйди, выйди, выйди здесь все-таки. Здесь надо выйти было. И, походу, это ничья, ребят. Сегодня. Ничья. 1-1 против Ман-Сити. Неплохо. Я скажу, неплохо. Играли мы достойнее, мне кажется. Намного мы играли лучше. 5 ударов, 5 створ. Не все, конечно, такие прям опасные. Шули. Куртуа у нас лучший игрок матча. Не знаю, за что. Он... Ну, а Шули плохо сыграл. Кейхилл как-то плохо сыграл, но... Педро Азар классно сыграли. Вот, вот эти два парня реально сегодня зарешали. Вот Педро особенно. Он вот каждую атаку вот именно Педро создавал. Даже не столько Азар, а столько Педро. Весбрович следующий соперник у нас. Спасибо, пишет, говорит Диего Коста. За что, Коста? Ты должен был тогда забивать. У нас 12 место, в общем, 2 очка, но это только начало сезона. У нас 4 очка до Арсенала. Это единственный клуб, который выиграл 2 матча. Смешно даже. Ладно, ребят, с вами был Кулер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не ставьте дизлайки, оставьте комментарии. Все ваши нюансы я обязательно их исправлю. До свидания, до новых встреч.